дружба навеки. Всегда всех спасут, устраняя помехи. В их дружной стране веселиться изволь. Там мудро правит их добрый король. Враг может даже не стараться. Юхан и Чиж с ним придут поквитаться. Смурфики тоже их большие друзья. С такими парнями не сдружиться нельзя. Йохан и Чиж к вам навстречу бегут. Вперед к приключениям, они уже тут. Смурфики, Йохан и Чиж. Кольцо Костелака. Сорви-ка вот эту ягоду, смурфинники, справа, растяпа. Смурфета, а вот эта ягодка тоже неплоха. Смурфительно. Кто-то приближается, прячьтесь! Смотрите, это... Это человек! По-моему, он болен! Позовем лучше папу. Он знает, что делать. Что? Мне показалось, или я видел синих гномов? Нет, должно быть голод. Йохан, я голоден. Мы ели 2 часа назад, Чиж. 2 часа – большой срок, когда хочешь есть. Не надо ныть. Тут рядом есть харчевня. Харчевня? Быстрее, Бикет, быстрей! Быстрей! Хозяин, трактирщик, слуги. А вот и благодетель. Подай мне 2 сосисок, тушеной баранины с бобами и 2 цыплят с чесноком. К сожалению, у меня остался лишь холодный суп и черствый хлеб. Мы будем суп, добрый человек. Я уверен, он вам понравится. Не нравится он мне, как и его обслуживание. Мне так жаль. Могу предложить хлеб. Хлеб. Хлеб, я так голоден. Это был мой ужин. Вор, обжора. Спокойно, Чиж. Пожалуйста, простите меня. Я не ел много дней. Нет нужды извиняться, бедняга. Спасибо, но я не бедняк. Я Хьюберт, герцог Костелак. Но герцог утонул в море 3 года назад. Нет, не утонул, а был в плену у сэра Эркюля Басфоса. Ты правда герцог? Извините, а как вы сбежали? Пришлось сделать подкоп. Я рад, что вы свободны, герцог. Мы найдем вам коня, и вы вернетесь в Костелак. К несчастью, у меня нет денег, но мое кольцо... Мое кольцо! Должно быть, я потерял его, когда бежал. Я приведу лошадей. Чиж, охраняй герцога. Он здесь, папа. Я никого не вижу. Но здесь правда был человек, папа. Я знаю, что говорю, потому что я видел это собственными глазами, а мои глаза никогда... не врут. Смотрите все, что я нашел. Какой смурфный браслетик! Это не браслет, Смурфета, это кольцо. Человеческое. Я говорил, что он был здесь. Говорил. Герцог Костелак. Мы должны найти этого герцога и вернуть ему его кольцо. Он пошел сюда, папа. Прямо сквозь кусты смурфиники. Йохан, ты вернулся? А я как раз хотел сказать герцогу. Вам нужна комната? Нет, нам нужен герцог. Конечно, берите. Ладно, милорд, идите с нами и потише. А ну, стойте. Что? Ты кто такой? Я поймал коротышку, сэр. Предатель, ты заплатишь за свою неверность. Уведите его. А теперь, малыш, разберемся с тобой. Малыш! И что, я должен от этого оглохнуть? Не оглохнуть!
Взять его! Да, их слишком много. Это точно. Вроде он пошел туда. Он точно где-то рядом, сэр. Пусть бежит, герцог наш, идемте. Позвольте, сэр, напиться после беготни. Колодец пуст. А вот и нет. А я сейчас из него выберусь. Йохан! След ведет сюда, с Морфики. Значит, герцог внутри. Нам лучше смотреть по сторонам, потому что люди могут... Бикет! На помощь! Помогите! Спасите! Это голос Чижа! Чиж! Чиж! Сморфики, не знаю, что вы здесь делаете, но я так рад вас видеть. Кидай веревку, Чиж, мы тебя вытащим. Чиж слишком тяжелый, Боб! Мне помочь, маленькие друзья? Йохан! Чиж? Значит, так ты охраняешь герцога? Прости, Йохан, но его похитили. Похитили? Если герцог назвал злодея предателем, то должен быть из Костолака. Туда и направимся. Вернем герцогу кольцо. И спасет его от этих гадких людей. И никто не встанет у нас на пути. Вот этого я и боялся. Он едет! Едет! Поторопитесь! Какой прием! Эти славные люди сразу меня узнали. Даже не верится, что я так знаменит. С дороги, герцог вернулся. Герцог? Герцог? Смотрите, вот он. Ура герцогу! Долгие лета Хьюберту, герцогу Костылака! Да здравствует герцог Костылака! Да здравствует герцог! Чиж, ты говорил, что герцога похитили. Ну да, я ничего не понимаю. Но я люблю праздники. Да здравствует Хьюберт, герцог Костылак! Вот герцог. А вон тот, кого он звал предателем. Скажи мне, добрый человек, а что это за джентльмен? Это лейтенант Эйслин. Он правил нами, пока герцога не было. Идем, Чиж. Герцог и Эйслин отправляются в замок, и мы за ними. Если этот герцог фальшивка, мы должны это доказать. Лишь бы нас не схватили. Это будет ужасно. Разумеется, герцог пока не в себе. Долгие годы плена могли помутить его разум. Я знаю его с детства, он едва меня признал. Вот и доказательство. Этот герцог действительно фальшивка. Идеально. Курица поджарена как раз так, как любит Айслин. И как люблю я. Мы проникнем в спальню герцога и... Йохан, а где Чиж? Чиж, Чиж! Ужин, все как я люблю. Цыпленок с грушами, яблоками, горошком и... Ты! Не люблю бегать после еды, но... Стой! Стража! Стража! Не дайте ему сбежать! Чиж, что ты теперь натворил? Это не я, это жареный цыпленок, Йохан. Эй вы, стойте! Они догоняют! И спереди тоже они! Время прыгать! Нет, ни за что! Но с другой стороны... Мама! Йохан! Не бойся, я ловлю тебя! Отлично, поймал. Прости, Чиж, руки были заняты. Вон они! Йохан, нам от них не убежать. Тогда мы их обхитрим.
Куда они ушли? Не бойтесь, сэр, мы их найдем. Уж постарайтесь. А в чем проблема? Герцог в безопасности, никто не доберется до его спальни. Идем! Йохан, а как мы докажем, что герцог фальшивка, если мы не можем даже проникнуть к нему? Есть идея. Дай мне руку, Чиш. Зачем? Позже скажу. Позже, позже, всегда позже. Если ты думаешь о том же, о чем и я, лучше не объясняй. Эта катапульта закинет нас прямо... Я же просил, не объясняй! Йохан, Чиш! Смурфики, вы как раз вовремя. По моей команде поверните рычаг. Верьте нам! Только не нажимайте, прежде чем он... Что? Кто ты? Простите, я вас разбудил? Добрый вечер, лорд герцог. Или лучше сказать, лорд фальшивка. Как ты смеешь? Дадим ему шанс, Йохан. Помнишь, ты украл мой хлеб. Конечно, я вас помню. И тебя, Чиш, и тебя, Йохан. Невероятно, это правда, герцог? Не бойтесь, сир, мы спасем вас от предателя Эйслина. Это вас надо спасать. Эйслин, хватай их и брось в темницу. Но я же извинился, что разбудил. Не двигаться, вы оба под арестом. А вот и нет. Это вы не двигайтесь. Он хуже, чем самозванец. Он грубиян. Не дайте им сбежать. За ними! Вон они! Похоже, план Йохана не так уж и удачен. Мне тоже так кажется. Надеюсь, мы сможем помочь за мной. Здесь тупик. Не волнуйся, Йохан, в старых замках всегда есть тайные ходы. Поглядим. Может, этот камень или этот флаг? Не стой столбом, у тебя есть план? Клянусь, я их слышал. Обыскивайте замок, пока не найдете их. Приведите псов, если будет нужно. Они купились, Йохан. Говорю же, всегда есть тайная дверь. Кто спас нас и зачем? Это был я. Диметриус, королевский алхимик. Идемте в мою лабораторию, я все расскажу. Бедному герцогу очень нужна помощь. Нам тоже. Идем, Чиш. Все равно я нашел эту дверь. Все учуяли запах этих наглецов. Быстрее, смурфики. Где мы, папа? Кажется, мы нашли секретный ход. Но здесь уж точно безопаснее, чем снаружи. Разве что для тебя, растяпа. Эйшлин платил Иркюлю за то, чтобы тот держал герцога в плену все эти годы. А сам заправлял здесь всем. Но теперь, когда герцог вернулся... Я не хотел, но Эйшлин заставил меня дать герцогу зелье, которое подчинит его предателю. Смурфики! Это Чиш, папа! Это мы не видим. Я трус, Йохан, и не смог помочь герцогу. Мы сможем, Диметриус. Только скажи, как? Йохан, там сму... Позже, Чиш. Позже, всегда позже. Вытащу смурфиков сам. Посмотрим. Чтобы доказать вину Эйшлина, нужно соглашение. Оно в сейфе сэра Иркюля. Клянусь, мы его достанем, Диметриус. Открывай, Диметриус. Это стража. Может, это веревка? Открой дверь. Или книга? Или камень? Или... Идем, Чиш. Я знал, что получится. Уходите скорее и возьмите эту карту. У нас приказ обыскать все комнаты замка. Он снова взял след. Вперед, вперед! Тайный ход увел нас далеко от замка. Я хотел бы еще дальше. Хватит с меня, Костылака. Идем домой, а? Нет, сначала мы должны пробраться в замок сэра Эркюля и добыть доказательства предательства Эйслина. Карта приведет нас туда. Наконец-то, замок сэра Эркюля. Как же долго мы плыли. А где Чиш, Йохан? Он сказал, что найдет тайный ход в замок сэра Эркюля. О, нет! Музыкальный магазин. Мы покорим его чарующей музыкой, Йохан. Против звуков этой арфы невозможно устоять.
Боюсь, придется искать другой путь. Мы можем представиться купцами. Ну да. А что мы будем продавать? А что, если сэр Эркюль не любит музыку? И не возвращайся! А сэр Эркюль любит музыку, менестрель? Он любит музыку, но, увы, я сфальшивил одну ноту. Хорошо, что сэр Эркюль был в хорошем настроении. Иногда он поступает гораздо хуже. А может, лучше притвориться купцами? Менестрели, входите. Сэру Эркюлю нужны музыканты. Главное, не фальшивьте. Смурфики, вы должны забрать бумаги из сейфа Эркюля. А мы его отвлечем. Мы справимся, Йохан. А куда теперь, папа? Люди часто хранят ценности в спальнях. Вот туда мы отправимся. Что, менестрели, пришли усыплять меня своими колыбельными? Я люблю только военные песни. Я знаю одну. Ми-ми-ми-ми-ми. Слушайте же песню. Может, лучше начать со стихов, Чиж? Разрази вас гром. Хочу песню. Слушайте мой рассказ о великой битве без прикрас. Стучали копыта, звенели мечи. Война разгоралась, как пожар в печи. Аплодируй же мне, не молчи. Что за шум? Надо заткнуть уши. Быстрее, смурфики. Папа, вот спальня. Похоже, что бумаги внутри. Дай посмотреть. Надо найти ключ. Вот и кончается мой рассказ. Надо остановить Чижа, пока нас не бросили в темницу. Надеюсь, что он порадовал вас. Прошу извинить моего друга, он что-то сегодня не в голосе. С вашего позволения, я займу его место и прочту стихи. Что? Я еще не закончил петь. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Довольно! Хватит! Он хочет, чтобы ты перестал, Чиж. Прекратить! Зачем ты его прервал? Твой друг отлично поет. Простите, сэр. Я подумаю. Твой голос напоминает мне звук ломающихся костей. Свист стрел. И кваканье жаб. Идем, я награжу тебя. Так-то лучше. Это бесполезно, смурфики. Ключа здесь нет. Сюда, менестрель, в мою спальню. Я плачу золотом за золотые голоса. Йохан, мы не нашли ключ, но бумаги в том сундуке. Посмотрим. Я должен достать соглашение. Кто научил тебя так петь? Никто. Это дар. Надеюсь, ты мне еще споешь, мой мальчик. А почему не прямо сейчас, Чиж? Ну вот и у тебя появился музыкальный вкус, Йохан. Песни — это хорошо, но уже поздно. Мне завтра ехать в Костылак. Закончить дела с тамошним герцогом. А мы должны закончить свои дела здесь. Ты должен... Когда я вернусь, развлечете меня снова. Спасибо, сэр. Я порадую вас своей магией. Магия? Ух ты, обожаю волшебство. Я великий колдун. Хотите убедиться? Мне нужно что-то маленькое. Ну, вроде ключа. Этот подойдет? Идеально. Теперь смотрите внимательно. Раз, два, три. Ключ пропади. Четыре, пять, шесть. А у вас ключа уж нету. Все, он исчез. Восхитительно. А теперь скажи, куда ты его спрятал? Я ничего не заметил. Он его не спрятал, сэр Эркюль, он правда исчез? Да, жаль, я не помню слов, чтобы его вернуть. Глупые шутки. А ну верни ключ. Я знаю, он где-то здесь. Йохан! Иду, Чиж. Дерись с равным себе по размеру, злодей. Стража, на помощь! Чиж, играй громко! Жил как-то на свете один болван, и звали его Эркюль. Он не видел вокруг ничего. Он был очень злой. Какой тут жестокий бой. Держись, Йохан, я с тобой. Стража! Незаконные налоги! Несправедливый приговор? Соглашение между сэром Эйслином и сэром Эркюлем. Папа, я нашел его! И снова время для магии, Эркюль. Когда ты развяжешься, мы уже исчезнем отсюда. Добро побеждает зло!
А мы победили его. Отличная честь соглашения у нас. А я уж думал, он никогда не перестанет. Помогите мне, свяжи эти лоскуты между собой. Зачем? Позже объясню. Позже, позже, всегда позже. Что это было? Сэр Эркель. Ну, теперь скажешь, Йохан. Тебе лучше бросить здесь арфу. Мою арфу? Вон они, держи! Ну, конечно, бросить! Лорды и леди, я с прискорбием сообщаю, что из-за слабого здоровья вынужден снять с себя полномочия герцога. С моего благословения править вместо меня будет мой верный лейтенант, сэр Эйслин. Стойте! Милорды! Эйслин предатель! А вот доказательства! Какое еще доказательство? Они не только воры, но и лжецы! Схватите их! Йохан! Он порвал бумагу! Значит, все мои песни были зря? Что нам делать с ними, лорд-герцог? Бросить их в темницу! Бросить их в темницу! Папа! Неужели ничего нельзя сделать? Я больше не могу молчать. Йохан и Чиж говорят правду. Эйслин платил Иркюлю, чтобы тот держал герцога в плену. Сдавайся, Эйслин, ты проиграл. Еще нет, Йохан. Всем отойти. Мы уходим, и поднимите мост, когда мы уйдем. Если не послушаетесь, больше никогда не увидите герцога. Мы должны догнать его. Ну как? Благодаря Деметриусу я знаю другой путь. Идем, Чиж. Им может понадобиться наша помощь. Может, я и не стану герцогом, но я получу за тебя отменный выкуп. Не дели шкуру неубитого медведя. Герцог у меня! Как же мне надоел этот шут! Смотри, куда скачешь, Эйслин. Сдавайся! Никогда! Не бойтесь, герцог, теперь вы свободны! Стража! Рыцари! Эйслин! Он все еще под властью предателя. Этого я и боялся. Вот все нужные для колдовства травы, как ты и просил, папа. Я просто рассказывал остальным, что... Как раз вовремя. Пи-ви? Чиж? Где мы? Что происходит? Мое кольцо? Как оно вернулось? Долгая история, герцог. Увести заговорщиков. Йохан, Чиж, как мне вас отблагодарить? Пожалуйста, примите этот дар. Спасибо, сэр. Я возьму сапфир, рубин, малахит и... Сэр, для нас достаточно торжества справедливости. Ну да. Но могу я хотя бы взять еды в дорогу, а, лорд? Конечно, Чиж, конечно. Ну что, Чиж, ты рад, что герцог вернул себе трон? После ланча я буду еще счастливее. Сластена! Как шмурфительно! Кто-то обставил тебя по аппетиту, Чиж. Папа всем всегда велит делиться. Думаю, для людей это тоже верно. Да? Йохан и Чиж, авторы идеи по Йо и Эван Делпорту, продюсеры Джозеф Барбара и Уильям Хана. Озвучено по заказу ВГТРК в 2013 году.